Одесса вновь погрузится в мир немого кино. 11-12 сентября стартует 10-й юбилейный фестиваль «Немые ночи». Это единственный в Украине и крупнейший в Европе фестиваль по популяризации архивного кино. В прошлом году все показы пришлось отменить из-за пандемии коронавируса, а в этом одесситы и гости города смогут посмотреть подготовленную организаторами программу в Зеленом театре. За годы существования фестиваля, который проходил как в Одессе, так и в Киеве, было показано более 60 немых фильмов в живом музыкальном сопровождении музыкантов из Украины, Польши, Германии, Италии, Ирландии, США, Мексики и Японии. По словам организаторов, основная цель – популяризация не только мирового киноискусства, а и достояний отечественного кинематографа. Фестиваль здобув високу експертну оцінку і був вже на стадії переговорних процедур, але дуже дивна культурна політика і зміна позицій Українського культурного фонду позбавили нас цієї підтримки, тому я вважаю, що фестиваль відбувається в 2021 році в Одесі. Це диво і це також велика заслуга Зеленого театру, який погодився нас підтримати. Уявити собі літо, ну вже трошки осінь, але все одно бабине літо, так, в Одесі, без цієї події, де ти зустрічаєш найкращих людей міста. Ну, неможливо втратити «Німі ночі» для нас було б просто великою трагедію. Тому Зелений театр та музеї сучасного мистецтва підключились і робили, і роблять, будуть робити до останнього все можливе, щоб цього року фестиваль відбувся в такій відомій, теплій атмосфері, в якій він завжди є. Открытие фестиваля состоится 11 сентября в 18:30 в Музее современного искусства. Гостей ожидают поп-ап-выставка активных материалов всех лет фестиваля, а также камерный показ кинопрограммы Довженко-центра в музыкальном сопровождении одесского композитора Роксаны Смирновой. В программе будут показаны фильмы, запечатлевшие молодость европейских городов Тбилиси, Лондона, Нью-Йорка и Ниццы. На следующий день, 12 сентября, в Зеленом театре начнется основная программа феста. Три сета фестиваля будут посвящены украинско-немецкой звезде немого кино Ксении Десне, украинской и французской звезде немого кино Наталье Лысенко. Кроме того, покажут шедевр украинского киноавангарда, киносимфонию «Весной» Кауфмана в сопровождении именитого киевского композитора Александра Кохановского.